А вы замечали, что в фильме «Любовь и голуби» у каждого героя есть паранормальные способности? Раиса общается с внеземным разумом. С кем? Встречаемся с гуманоидами. Уже точно установлено, что люди произошли от них. Вася знает язык птиц. Дядя Митя гадает на картах. Придет, Василий, точно все, придет. А Надежда владеет магией любви. Фильм Владимира Меньшова. Ты прям как в медовый месяц. О самом чудесном чувстве на Земле. Я, знаешь, на людях как хмуро стараюсь. Старайся, не старайся. Глаза-то не замажешь. Вон как, свет это аж слепят. Любовь и голуби. Сегодня в 19:00. Золото Мосфильма на канале Дом Кино.